наш масштабирующий объект. Удивлению Наташи нет предела почему-то. Наш дендролог удивлен, почему здесь. Но ей кажется, что Рига, Таллин и Петербург – это где-то очень рядом. Белая акация. Еще один кусочек городского озеленения. Под тенью из кленов и лип. Ну, видать, тень достаточно глухая. Посажена такая композиция. Массив из бересклета, массив из барбариса и тисы. Это не вандалы развлекались. Это значок охранных деревьев. Старых или ценных. Вот это сирень раскидистая. Такое маленькое создание. Почти 2 метра. Двухметровый ледебура. Весь в толстых цветочных почках. Подбит пиджемами. Вот еще одна красавица, ставшая большим удивлением для нас, жителей Петербурга. В Риге. Магнолия с толстыми махровыми сизыми почками. И дико объемная. Да, взрослые тоже сейчас. Весь центр города посвящен маленьким детям. Это очень сильно ощущается. Все дома направлены на восприятие маленькими детьми. Он сказочный. У стен величественного Думского собора прячется маленькая детская площадка с маленьким свежерожденным единорогом, только что вылупившимся дракончиком, совой и уставшим развлекаться броненосцем. Вон он убегает. Елочка. Памятник первой новогодней декоративной елки поставлен в Риге в 1510 году. Обязательно заглядывайте в маленькие рижские дворики. Есть шанс попасть не только на удивительный фасад или удивительного местного жителя, какую-нибудь скульптуру кошки или ангела, но и вот на такое чудо. На самом деле виноградом был покрыт весь угол до самого верха. Это дафна. Вот такие цветы. Февраль. Начало февраля. А после этого Наталья еще удивляется, что у них магнолии цветут. Вот такая тихая, интересная улочка.